утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Ну где же он, этот наш капитан, а? Так хочется в путешествие отправиться. Ну сейчас, сейчас придет. Мне и самой не терпится попутешествовать. Доброе утро, друзья. Здравствуй, Леша. Леш, ну мы уж готовы к путешествию на нашем удивительном кораблике. Наш кораблик под названием «Мечта» действительно удивительный. И плавает он только в страну стихов. Ой, Леш, ну скорее поплыли, давай, ну скорее. Очень стихи послушать хочется. Ну что ж, тогда в путь. Сегодня мы с вами отправимся в Африку. Ой! Полный вперед! Есть, капитан! Отправляемся с друзьями по волнам под парусами. Не за рыбой, за стихами. За стихами. За стихами. Мачта крепкая над нами. Ветер без козырки рвет. Путешествие зовет. Полный ход вперед, вперед. Отдать швартовые. Есть, отдать швартовые. Прямо по курсу Африка. Я вижу крокодила. О, это необычный крокодил. Сейчас мы узнаем его историю. Ну-ка, ну-ка. Крокодил купил сапог за блестящий пятачок, положил его в коробку и улегся на песок. И все утро крокодил был доволен и шутил, только вдруг после обеда помрачнел и загрустил. Отчего унылый вид? Может, что-нибудь болит? Зря купил сапог сегодня. Неудобный, говорит. Почему же неудобный? Потому что несъедобный. Да? Ну и что тут смешного? И почему сапог только один, а не два? А ты сам подумай, Коксик. Ну подумай, почему крокодил расстроился и сказал, что сапог несъедобный? А, так это крокодил купил сапог, чтобы съесть, да? Совершенно верно. А сапог-то резиновый, несъедобный. Ой, а я вижу маленького жирафа. Юный жираф сразу после рождения в луже увидел свое отражение. Кто меня грязными трогал руками? Шея вся в пятнах. Пожалуюсь маме. Ой, ой, какой глупенький жираф. Жирафы-то всегда пятнистые. Хоть самые маленькие, хоть самые большие. Но он же только родился, Коксик. Он еще ничего не понимает. Да уж, Коксик, ты не будь к этому маленькому жирафу слишком строг. А, ну ладно. Ой, а вон на дереве обезьяна сидит. И пирожное безе жует. Эх, а где она его только взяла? Видно, эту обезьяну-шимпанзе кто-то угостил. Шимпанзе жует безе. Очень вкусно шимпанзе и бормочет. Даже странно, что любила я бананы. Вот так шимпанзе. Я бы лучше все вместе ел. И пирожное безе, и бананы. А вот к этому ко всему еще бы и шоколадку добавить. Эх, и мороженое. Да. А вот смотрите, смотрите туда. Смотрите, какая красота. Мне розовый цвет не нравится. Но есть одно исключение. Фламинго. Фламинго-красавцы. Фламинго-красавицы в розовом оперении. Да, фламинго, они такие красивые.
очень красивые. Вот так бы смотрел на них и смотрел. Ну, друзья, нам пора возвращаться в Шишкин лес. Есть, капитан! Эх, прекрасное получилось путешествие! Спасибо тебе, Леша! А кто написал стихи, которые мы сегодня услышали? Да, интересно. Эти стихи написал поэт Игорь Жуков. Ну, надо же! Ну что ж, давайте прощаться с нашими зрителями. Давайте! Всего вам доброго, дорогие мальчики и девочки! До встречи! До новых путешествий, друзья! Храни вас Господь! Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.